Но дальше я Всем должен народ, найти с вами один. Окот, я мы продолжаем играть Перед весь тем, как расстаться, этого я веселого выпью фильма за то, 3, что метро оставишь жив. 2043 редукс. Говорят, Погнали. водка делает храбрее. Но мне было все так Да, же в прошлый раз страшно. мы от Моцара Зато я отбивались. нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. А потом. Да, вчера тогда был жесткий бой, мы все помним. Пах-пах-та-да-дах. Окей. О, ля, голова типа перерезана. Ля, а что у тебя? Тебя тут много раскушали. Давайте выпьем за нашего Артема, Давай. которому ни чудище, ни аномалия ни почем. Что ты там, за Артема? Вода или водка? За кого напиться, чувак? За тебя только. Чё, а чё, я сам лично хочу мою речь. Чёрт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Летишь. Мне медаль дать. А ты не смотри. Надо же еще. Нет, но есть патроны. О! Держи. Нахера мне? Патроны? Давайте, за тебя. Давайте, за меня. За меня, за то, что я вообще хоть что-то сделал. Блин, ты чё, правда непробиваемый для аномалий? О, ладно, нет. Посмотрим, непробиваемый. Патроны гони. Водяры. Что ты на патроны смотришь? О, точно. Надо проверить. За удачу. Ты уже бухой. С двух кружек. За тебя. Давай, за меня. Оп. 350 грамм. А закусывать? Что? Спиртяшка, что надо. Вы собака такая. Он ради спирта сюда ехал. Затем сейчас. Все. Так, сколько мне тут патрон? Короче, нифига себе. Вроде как прошли сквозь невидимую волну. И отрубились, понятно? В тот самый момент, когда на нас бросилась целая орда. Так, а что у меня по квестам? Это Артём нас спас. Все выдержал, остался на ногах. Видно, этот тоннель на него не подействовал. Так что он отстреливался. Так, окей. На... Чёрт, не знаю даже, как мы... найти способ выбраться со станции и продолжить путь в полис. Изи. Я просто на один нажимайте, если вам... Я противогазе или нет? А, я не могу двигаться. Фак. Пусть я погибну, зато я сам сделал этот выбор. Начальник станции. Да? Что ты сейчас сказал? Так, окей. Что у нас тут есть? О, оружейное, мне туда. Здорово, могу сюда пройти? Я тут, короче, поищу, может заметку найду. Вообще ничего нема. Стенка какая-то. Извините, я могу сюда пройти? Двигатель. Перегон станции простых мира перекрыт. Временно. А, ну тут нормальные люди есть. Что у нас тут есть? Может я найду. О, книжки. Закрыто. Закрыто. О, а я думал, это человек тут. Так, ну... Вот это что есть. На заметке тут нету. Вообще, факт, тут есть вообще эти заметки? О, подожди, по тап. А, а просто так не откроешь, да. Оружейное. Чё мы продаем? Здоровушки. Налетай, разбирай. Так, это улучшитель. А может, я найду себе лучший автомат. Так, а ты что продаешь? О, нож. Метательный. Самые сбалансированные ножи. Давай купим. Так, пару аптечек, я думаю, купить. Помогает от всего. Это как бы снова. Чё продаем? Автомат, пулемет. Нужны патроны? Тебе ко мне. Так, патроны, значит, продаешь. Значит, на дробаш десятку. Куда и купим? На это говно. Так, на ревик тоже куплю, на вот это говно. Так, я по везде по патрике купил. Факт. Что у тебя? У тебя можно что-то продать. Давай на дробаш. Оля, у меня дробаш, гляньте, уже какой-то улучшенный. Тюнинг. Сколько тюнинг? Ствол. А что? Уважает. Кучность боя с такими стволами дуплет превращает средства ближнего боя в полноценную хакнущую двустволку.
для средней связки. О, это неплохо. Гасит пламя и несколько снижает шум выстрела и слегка повышает кучность. Снижает скорость картечи, из-за чего убойная сила на расстоянии падает. О, говно. А, у меня денег нема. Окей. Здорово. Подожди, а что тут еще было? Только недовольный, я же у тебя все покупаю. Что это такое? Пружинные вриклад оригинальной консоли, созданные мастерскими с кузнецкого моста, снижают отдачу выстрела, повышает тем самым точность стрельбы. О, это нужная тема. Один из патронов, пожалуйста. Че, у меня есть еще есть деньги? У меня тебе дробаш какой-то странный. Так. Че еще продаешь? А, я же тебе только что этот дробаш. Так, ну вот это говно. Прицелы. Это прицел будет свой производить значение облегчает. Ой, мне прицел нужен. Все, дальше ничего не буду покупать. Деньги нужны. Закупились на дробаш, на автомат, пару потриков взяли. Куда идем дальше? Куда мы не шли? Он после того пацана. Вы правда прямо на дрезине сюда приехали? Нет. Мы пешком пришли, прикинь. А, я подожди это. Слышь, Малыш, что ты здесь стоишь? Артём? Ты кто такой? Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Где, покажи? Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Ты пизделей не хочешь получить? Такие слова. Ладно, держи. Мне впадло его искать. Спасибо. Пошли со мной. Давай. Только попробуй собака мне на вторую пульку потом ебать. Я ж тебя сразу дробаша. Ладно, я не такой жестокий. Блин, а тут заметки что писано, наверное? Дневник, а вон дневник. А тут аж три надо искать, прикиньте. Тут аж три. Куда ты, маленькая сволочь, пошла? Здорово. Господи Эй, чего отдаёшь? Спасибо. Я ему 15 патронов отсыпал, чего? А, или я ему одну отдал. Что я только что сделал? Что тут вообще есть? О-о-о. Догоняй! Было бы, кстати, прикольно все, вот это была бы книжка уже толкана. Кто насрал? Ты где там? Да подожди, я ж ищу заметки. Я фонарик не включал сам. А, не, вот у меня аж 15, подожди. А, я одну, значит, там. Эй, чего отдаёшь? Да не отстаю я. Я заметки еще лишь повторяюсь. Может, что-то еще интересное ищу? Догоняй! О, ля, халявные патроны. А я бы так их не нашел, если просто там пацан нашел. Так. Да иду я, иду, что ты там ноешь. Подожди, а как я сюда вообще зашел? Или ты не... А, я сюда пришел. Извиняюсь. Не, подожди, я сюда ушел. Да ща, подожди, я сейчас сам запутался. Не, я с оттуда пришел. Подожди, как я сюда? Сейчас, минутку. Во, вот это вход. Я перепутал. Не туда пошел. Ты где там? Да я сзади тебя, придурок. Давай пошли. Да, у нас же пули требуют вообще. Да, видишь, тут пуля дороже денег. Пуля. Слушай, а это более вообще стрелятельная, так скажем. Вон он сидит. Ну ладно, мне пора. Подойди. Слушай, я мог сам найти. Да, Артём, да. Садись. О, что у нас есть? Сейчас, минутку. Заметки есть всякие тут? Опа, халява. А, вот и заметка, кстати, между прочим. Не факт, конечно, первая. О, где-то третья вообще, прикиньте. Ладно. Если метро поговорка, нет хуже товарищ, чем случайный попутчик. Да, больше положиться не на кого. Странный тип этот бурбон. Это, короче, мы за эту заметку сейчас взяли. Ну ладно. На что я ему сдался? Видно же, с первого раза это он эти туннели знает на зубок. Слепой пойдет, сказали ему, что на меня муть не действует. Он и поверил. Я сам не верю до сих пор, а он верит. Ладно, черт с ним. Доведем меня до проспекта Мира, не попытавшись прикончить потихоньку в темном уголке, на том спасибо. Ну, я где-то что-то, походу, две заметки просрать успел. Ну, и сменять. Как умел, так искал. Меня тут все бурбоном зовут, и ты можешь звать.
Слушаю, пацанчик. Наверное, это... Отец есть на Сухаревской, а эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. И чё? Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочём. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. О, хорошо. Давай. Ну и ладушки. Хорошо. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ой, я только что недавно отоваривался. Ну что, готов? Погнали. Я уже... Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Так, я же согласился. Или такой ответ просто на ОКМ. Так. Он пошел. А там еще ничего нема? Ну, походу, да. А, он просто, я уже недавно только что затоваривался. Еще до тебя. Ну, идешь. Я, конечно, догадываюсь, куда мы пойдем. Так, это... Владимирский центр, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. Ой, я тут был. Сердце мертвый грустно. Искусство живет вечно. Подожди, я только что тут был. Вообще, я чего буду двигать? Придурок, там обойти можно. А я, кстати, ящик пытался это подвинуть. Там все-таки киньте двигать. Владимирский централ, ветер северный. Окей. Что такое? Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону, подозрительный тип. Факт. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Ага, но факт. Что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Тоже факт. А что там сердце? Вообще не понимаю, что значит. А ладно, окей, наверное, треугольник это монстр и кружочек, обычно, наверное, это безопасно. Сердце, точнее, пика, если так даже так говорить, то хз. Блин, капец, эти загрузки долгие. Владимирский централ, ветер северный. Капец, они тут долгие, алё. Что такая долгая загрузка? Зончик там, конечно, бай. Ладно, давайте, чтобы вы долго не ждали. Бля, только сказал, и он уже. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это ага. Теперь не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков. А хотя я выбраться с отсюда. О, подожди меня, придурок. Что у нас есть? Придурок. Так у нас вон глянут, рядом целых два человека. Что тут есть прикол? Да все понятно, что это должно быть. Вот, к примеру, труп. А чем он пустой? Рядом трупы типа не лазаются. Опа. Да на это не вижу смысла тратить. Хотя там его заряжать можно бесконечно, если не ошибаюсь. Тогда я посмотрелся. Владимирский центр. Странный звук. От земли что идет? Или это ветер? Слышишь, слыхал истории про поющие трубы? Не, не слыхал. Если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Херня, правда? Фу, а что ты мне раньше не сказал? А что тут, а? Окей. Я пошуршать имею право? По ящичкам. А что здесь есть? Мне кажется, я сюда зря пришел. Что это было? Он... А, он в трубу убежал. Мне кажется, я реально сюда зря пришел. Ладно. У меня такое чувство. Ну ладно.
Фонарик, чуваку. А то мы сейчас отобьемся. Погнали. Здорово, я тут. Ты так меня нашел? Или меня просто решил подождать? А я только что подрал? Так, это на пистолет. Вот дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все шмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Так, такого... теперь... А, Ганза это? Что такое услышал? А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновая туса. Ну, кто работа. Это? Смотри, не задень банки. Ключ какой-то. Окей, я заберу. Дайте осмотреться, алло. А, ничего интересного. Да, сними ты противогаз. Как снять? Ага, все нашел. О, потрики. Бля, я не посмотрел, как ее обходить, эту фигню. Да, защита у них, конечно, мама мия. Да тут боком можно все обойти. Шум выдаст. О, ножик. Халява. Да я за ножиком. А, у меня переборы. Опачки. А это у нас растяжечка. Железная маза избавится от слепых ваших. А у меня что за дробаш? Да не, у меня вроде покруче. По крайней мере, я так думаю. Ё-моё, ну сейчас потриков всех наберу. А как растяжку обходить? Перепрыгивать или что? Бля. Ладно, я не хотел, я просто не знаю, как её растяжку было обходить. Надо было сначала смотреть. Ой, да ладно, там я думаю, без меня справится. Ой, ни хера не вижу. А что из них мой, а что из них не мой? Вот это парняк не мой. В смысле, а что он загорелся? У него была какая-то огненная пуля, что ли? Как я могу понять, кто с них мой, а кто с них не мой? Тут вообще все налицо. Я не помню, как наш... Не, я помню, но и плохо. Ау, больно. А у меня персонаж не имеет такого, нет, точно. Так, вот это, походу, мой. А это, походу, враги. Вот это кто подняк мой? Че у него за маска Джокен Вурхиса? Ты сдох или нет? Я так и не понял. Вау. Так. Опа. Не, дробаш мне этот сраный не нужен. Так, это наш. Ни хера не вижу, что сам прикол. А у меня есть типа гранаты. Ух ты, ё. Чувак, ну вот из тебя этот. О, зеленый это наш, тут нет. Хороший ему. Черепушку правом. А что делаем за дробаш? Слушай, я даже не вижу смысла оптику какую-то жестко покупать на дробаш. О! Махнем потом патрончики всякие и все. Давай, человек.
Блин, я общаться как раз стал свой. Уникальнейший. Так, все, мне на дробаш. О, все. Блин, я забываю. Кто придумал дробовик без прицела? А, это враг. Куда ты там пошел? Хана вам всем. Так. Окей. Если мне коллаж дадут, мне уже это не нужно будет. Что там дальше? Что, еще кто-то тут? Где есть? Я на присед теперь не вижу. Музон тут еще фигачит. Или я должен в здание зайти? А я зайду. Да. Нет, но я думаю, это теперь жесткий монстр, наверное. Че, у меня один расстреляется, а два вылетает. В чем прикол? Чувак, ты либо стреляй, либо иди. Давай. Давай на пистолет. Алло, ну там же ничего не толкнуло. Давай вон там не сидит. Иди уже, алло. Лёд ты, конечно, не помощник, а тырка в пуле. Никакой помощи. Ой, ему я теперь слил. О, все, конец. Фу, тифтяки. Так, где мой автомат? Да снахи надо было открывать. Блин, да. Мозг чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тепла. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Моя первая заметка, которую я смог найти. О, кстати, реально первая. Бурбон явно и не так прост, как пытается казаться. Да, он грубоватый, чувство юмора у него, прямо скажем, не затейливое. Но потому как он рассказывает о своих повреждений, а еще больше потому, о чем он предпочитает умолчать. Понятно, что он обладает неожиданно острым для простого контрабандиста умом, а осведомленность в бурбоновом положении не только на ближайших танцах, но и, например, на кольце в целом, просто поражает. Все ходы, переходы, даже заброшенные, он знает, как свои пять пальцев. В бою держится уверенно, значит, явно побывал не в одной переделке. В общем, не... Ничего. Так, девка. Похож на... Он на простого человека. Ой, не похож. Окей. Отдай. Что-нибудь тебе уже надо. А, у меня птички еще полепу. Так по мне там только не попадали. Может, один раз учу. Ты чё? Какая фонарик включить? О, посмотри, сейчас я думаю. О. О, да, прыгнул. Понял. Блин, надо было фильтры купить. Ты чё орёшь? Ты чё орёшь, придурок? О! Пару фильтров. А чё не умный на меня стреляет? Алё. Или я так купил? Теперь они огоньком прикрываются. Харе на меня нападать. Он стрелял, вы и нападайте. Я вообще не при делах, мужики. Это непонятно. Да я просто титул не ночью более успел понаходить. Чувак, ты супоняк бессмертный, я зуб даю. Обжинка главный герой, он, ну, точнее, вторые, типа, по сути, главные герои. Ну, типа тебя. По факту всегда бессмертный. Так. Вытрить. Да вытри еще раз. Нам красненькая перчит. Это монстры?
Походу, да. Жалко, я не вижу. А, вон даже есть. Я нажимаю. Хорош. На. Ух, сейчас уж ты. Куда ты там идешь? В смысле, я один. Ага, понял, идем. А смысл мы этих мутантов убиваем или в этом есть какой-то смысл? Просто я не особо понимаю. На дробаш есть патроны? Так есть или нет? Чё да? Слушай, если у меня нет граждан Гантра, короче, я не смогу к ним попасть. Это я вот что понял. Я как понимаю, тут три национальности, так скажем. Бандиты, Ганза и Спарта. Ну и, наверное, четвертый это простые люди. Вот так, да, они вообще не идут. Мне вот просто всегда было интересно, по факту, если бы они просто увидели свет фонарика, все, они такие, а, ну все, там кто-то есть, все, погнали. Я так думаю. Кто орёт? Я выключу фонарик. Чё, ты хорош на шейке, кстати. Извиняюсь, всё, у меня на дробаш патроны закончились. Слушай, что такой мост странный? Чё он такой вперёд, не вперёд? Так, всё, вытянемся. Натуре. Чё? Идём? Чё стоим? Алло. А, мне забрать. Ай-яй-яй-яй, я предупреждаю, придурок. Я извини. Так, а чё-то я лежу. Чувак, дай руку. У меня какой-то фига персонаж лежит. А у меня в текстурка застрял, что ли? Блин, чё такой мелкий? Чё происходит? Лёг как-то. Я в текстурках, прикиньте, застрял. Нет. А! Что? А как мне выйти из текстур? Я как я нож достал? Как я нож достал? Ага, кстати, надо запомнить, что... Нет, три. С, В. Б вроде нож. Окей.